Департамент здравоохранения 17 марта начал принимать документы от абитуриентов на заключение целевого договора по программам специалитета, ординатуры и среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства. Продлится кампания до 11 июня. Заключив договор с Севздравом, студент-медик получит гарантированное бесплатное образование. Можно будет выбрать один из лучших вузов страны. Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова, Кубанский государственный медицинский университет, Крымскую медицинскую академию имени Георгиевского. По окончанию обучения медиков трудоустроят в больнице и поликлинике Севастополя. Они должны будут проработать не менее 3 лет. В 2019 году на целевое обучение зачислили 74 человека, трудоустроены 11. Документы для заключения договоров принимает отдел кадровой работы Севздрава по адресу улица Карантинная, 45. Приемные дни – вторник, среда и четверг. Время приема с 14 до 17.00. Со списком необходимых документов вы можете ознакомиться на нашем сайте.